Одинцовская женская консультация – настоящее царство женщин. Сюда приходят с радостями и горестями, а встречают пациенток такие же мамы, сестры, даже бабушки, врачи и медсестры. И все они в преддверии 8 марта заслужили самые теплые поздравления. Женский день, несмотря ни на что, один из самых важных дней в году. Мы поздравляем наших любимых женщин, наших матерей, наших дочерей, бабушек, всех, кто делает нашу жизнь лучше и краше. Поэтому хочется, пользуясь случаем, пожелать здоровья и благополучия всем женщинам Одинцовского городского округа, Московской области и всей России. Единороссы пришли не с пустыми руками, принесли гостинцы и не забыли главное – цветы для представительниц прекрасного пола. Впечатления самые прекрасные, и наши сотрудники очень рады поздравлениям. Эти поздравления у нас стали традиционными. Поздравления от партии «Единая Россия», от депутатов Московской областной думы, от депутатов Одинцовского городского округа. И, конечно, нам очень приятно принимать эти поздравления. Сотрудницы учреждения уверены, внимание и благодарность – то, что мотивирует и надолго поднимает настроение. Международный женский день – отличный повод сказать все самые добрые слова. Эмилия Аркелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».